Ну, пиздец, сука. Не хотел я эту пизду пикать. А так-то у нас гай должен был быть на профи-то, ну ладно, позже. Чуть попозже, сейчас пока Enchantress, она, по идее, как следующая. Так, теперь коротко и ясно скажу про прошлые видосы, про прошлые гайды. Почему там этого звука не было. Какой-то лаг, в общем. И сейчас его не должно быть близко. Так как я комп перезагрузил свой, топ-геймерский комп. Вот. А там так-то и так все ясно. Что собирать, как? Только ебучий одной не поймет. Так что, почады, дерзайте. Догибайте по гайдам. Не орать там, что обрезанные какие-то. Ничего страшного. Обрезанные хорошие. Гайды, блядь. Ну, а теперь гайд на Enchantress. На первом левеле цешку качаем. Мид там проорали. Ну да, это не мидер. Вообще, Enchantress на миду ни разу не видел. Вообще ни разу. Это очень редкий герой. Может быть, поэтому... Так как дотеры любят экспериментировать там, то на ней пойду, то еще куда-нибудь. Но это не на лайн. Ее вообще не надо отправлять на лайн. Она интеллектуалька у нас. Шлюшка. Интеллектуальная. Раз, два, три, четыре. Все. Теперь смотрю. Что там я качнул? Я качнул цешку. Ага, Enchantress очаровывает врага, беря его, так, беря его, беря его, под свой контроль, если это моб, или замедляя его, если это герой. Замедление передвижения, то есть у героев, 20%. Продолжительность чар 8 секунд, то есть 8 секунд, естественно, длительность замедления 5 и 5, а продолжительность чар этих зомбинирования ебучего. Это вот 8 секунд. 8 секунд. Почему я качал цешку? Так как мы в леса пойдем. В леса сходим и там это покачаемся. Есть похожий герой в Доте 2 и в Доте 1. Это Чен. У Чена тоже есть скилл, который не призывает, а околдовывает этих лесников. И... Блять. С этой помощью он тоже качается в лесу. И это непосредственно уёбки постоянно воюют. Это Коза и Чен. Они могут в лесу встретиться, допустим, блять. Да-да. Бывало такое, что Чен с вражеской тимы, да, идет в ваш лес. Это вообще, блять, нормально? Когда вот Коза тут фармит спокойно, Чен приходит и в наглую, блять, у вас мобов пиздит. Охуеть. Уёбок. И отличие скиллов там таковы, что Коза... Околдовывает не навсегда, вот видите, таймер идет. 8 секунд. А Чен околдовывает навсегда. Но там есть лимит, не забывайте. Лимит, по-моему, 3, 4 моба. 4 вроде, да. Вот, и эти 4 моба... Все, больше мы ничего не сможем сделать. Но скажу вам так, что для лесника... 2 моба и все, это... Он пизды дает с двумя мобами. Так как скиллы можно их не использовать. Вот все эти, да... Все эти взял. Вот тролля, допустим. Потом еще там кента жирного. Чтобы станил. Еще что-нибудь. Сейчас я качну эрку. Закастуем. Ну-ка. Блять, ну, сейчас я затанчу чуть-чуть. Пойди нахуй я ее качнул. Облако духовный целите. Ну, хилит. Короче, всех ближайших союзников и эту хуйню. Так, в течение 10 секунд. Ну, ябона, мать, блять, это уже, кстати, второй раз. Долбоёб, блять. Уёбище. Тупое, нахуй. Чмо. Такое чмо, блять. Стоит ли цешку качать дальше? Вот сейчас, я думаю, нет. Хватит на один раз, так как она уменьшает КД и увеличивает замедление только, проценты вот эти. Хм. Да ну в пизду. Забейте. Это дедушка. Эночку качну.
Так как я в леса пока не намерен идти, ой, не в леса, а на Гангелию. И так справляются. А если б не справлялись, то... Коза-коза выходит. С кентом жирным, с урсой. Там станет, замедляет и все. Блять, ну неужто РМК ебана, господи. Уебище, блять. Так, энчант разочаровывает противников, атакующих ее, снижает скорость их атаки на 3 секунды. Так. Замедление атаки 20, 10, а потом аж 100. Всяких лат это дизейблит непосредственно, да? Лейты сосуд хуй. 20, 50. А также надо не забывать, есть пачаны, которые, блядь, которым похуй на все. Урсы. Ей вообще поебать. Она подходит к козе, а у козы очень мало хп, 500, и там даже хилки не спасут. Вот эти жесткие светлячки они. На последнем левеле много регенят. Он один светляк лечит секунду. 10 в секунду, а потом 90 в секунду, бля. Раз. И 90 хп залилось. Так что... Но все равно это энчантер сделает... такой... Слабенький. Бабенцы. Еще энку качну. Вообще, а, во, вагина. Вагина, блин, кается ко мне, начинает коцать, и у нее так спит. Ну, вообще там. Вот так вот качаемся в лесах. На лайне нам нехуй делать. Вообще нехуй делать. А вот по получению 6-го левела мы выйдем и раскастуем кое-что. Во, кент жирный. Кента жирного хочу. С его помощью и ФБ берется. Там это энчантрес выбегает откуда-нибудь отсюда с кентами, зоопарком. Ну ладно, похуй на это кента. Отхуячим его. И не забывайте, у каждого моба есть свои скиллы. Вот у этого торнадо, у этого стан. Самые респектабельные скиллы у юнитов это вот стан и замедление. А торнадо хуйня. Так вот, видите, я чисто любой парик могу собрать, сколько угодно, но ограничиваюсь только во времени. Когда время закончится, наша, блядь, хуйня эта сдохнет. Чисто она сдохнет сама. И левел нам не пойдет, к сожалению. А было неплохо, прикиньте, да, когда... О, все, сдох. Когда истекает это время... чувак типа, блять, такое, о, ничего себе, я там образумился, и оказывается, против нас, ну, начинает нас хуячить. Пятый левел. Ну, идем так же. Эту даже не заколдовывайте, такая хуйня. Если вы начнете затротить эту энчантрес, вам так и так встретятся уебаны, которые не дадут вам кача. Они поставят вард вот сюда. Они по КД просто будут проверять леса. Да, такие есть. Блять. Пиздец. Вот эрку еще качну. Сука. Уёбки. О, жирный кент. Вот он стан, на Т-шку, как в первой доте. Yes. Ну, гангать пока рано, пацаны. Так, по экспице, когда вот никого нет. Вообще там два латте. Это слишком жирно. Мать твою, блять! Уёбище, ебаный, нихуя себе, блядь! Пиздец, да, блядь? Слушайте, вот это уебан, блядь! Вот это уёбище, блядь! Не, вот это говно, арь, нахуй! Вот это сука ебаная, блядь! Ну ты охуевший, кто там... Дукализ, блять. Уёбище ебаное, блять. Да, блять. Да, блять, блять.
Ищем мобов, сука. Купаем эту хуйню. Пиздец, уебищные мобы, нахуй. Вообще, блядь, не в тему. Этот сатир-мучитель. Вон, смотри, какой скилл у сатира-мучителя. О, заебись, вышечка. Она пиздато подходит вот под эти парики, видите? Всех прошивает. Коцай, коцай, коцай. Быстрее, 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 быстрее! Вот, вот, вот они, а чё, жила делает-то. Всё, они безумцы, обезумели. Да, блядь, танкуй ты, пока молодой. Пиздим. Сейчас шестой левел нам нужен, шестой. Ульта откроется. И ульт желательно как можно скорее получить, как можно скорее. Когда энчантрис берет ФБ и, блядь, сразу шестым левелом становится на первых минутах всего этого. Только не проебывайте время зря, как я вот сейчас, блядь. Пошел к уебку. А он оказался вообще, блядь, создателем, нахуй, наглости. Соответственно, блин, Кари. Они любят это, блядь. Все, ульта. Пока способность активна, усиливает каждую атаку, добавляя к ней урон, зависящий от того, как далеко находится цель. Чем она дальше, тем больше урона. Чем цель дальше, тем больше урона. Понимаете? Копье вылетает, блин, антимаг, допустим, блинкается. Эта стрела моя вылетает. Вот как два вот этих мудака могут еще что-то делать. Они же друг друга, блядь, там наебывают. 55 МП стоит. Урон от расстояния 15%. От расстояния. О, у меня паста гайя, у меня гайя. Сила. Вот здесь определение кайт. Очень подходит для козы. Очень подходит. Кайтим, кайтим. Выстрел, выстрел, выстрел сделаю. Выстрел сделал. Смотрите, кайт. На! Нет, ну она не сдохла. Она не сдохла, нормально все, блядь. Ебанько, слышь, хохловит, блядь. На, блядь. А. Не, вот как интересно, мудак кто-то не сдох. Я в шоке. Я в шоке. Я в него запустил свою, стрелу, блядь, копье. Свое копье, блядь. И итог каков? У него одно хп должно было остаться. Нет, он обязан был сдохнуть. Но... Ебанутая. Там расстояние было... Сюда. И вот. Как не сдох, я не знаю. А в упор, когда с вами дерется долбоеб, вот антимаг, не пиздит, пиздит, пиздит вас... Не еритесь с ним, съебывайтесь. Ульт, по крайней мере, не проебывайте, так как это хуйня. Ульта у нас специфичная. И она не проходит на пачанов, которые это близко к вам расположены. Так что... Давайте! Снайпер, входи, идет мясо к тебе. Блять, какой у него уебищный голос. А еще долбоебские антифаны пиздят что-то на меня, блять. Поди он и пиздит там. О, ходит. Это кто у нас ходит? Жирно. Пудж. Вот нас фокусит пудж, блять, этот мудак. Вытягивает и жрет все. Умная девочка. А куда этот долбоёб-то бежит? Куда этот идиот бежит? Сейчас их растащат, смотрите, хук. Где хук-то мудака, блядь? Сдохла, сука, блядь. Лысая манда. Не, ну... Энчантрис, сука. Я люблю за Энчантрис играть, когда на низу. Но первая моя игра была... Я за Синтли сыграл. А там Ливер был. Пидор, блядь, гнойный. Okay. Они, блядь, поди слово приоритет, вообще не выходит.
похвалить хуй. Вот они, орсы. Почему, когда я хочу орсов, хочу кентов, их нету. Есть птицы, блядь, вонючие, есть тролли, есть, блядь, рикимару большие. А самых вкусных для лесников нету. Долбоебизм, блядь. Это все вопросы к этому рандому, нахуй. Ненавижу, блядь, рандом. Блять, вот, вот самая мерзкая. Банша. Она замедляет атак спид, блять. Уёбище. Так. Теперь поговори бы, кто Enchantress хуячит. Хуячит у нас Enchantress Пудж, Хук, Жратва. Это всегда. Даже когда она успеет вот... Хотя со светляками выживет, но все равно со второго хука свидит. Потом вагина. В гинале. Потом вот этого чмо. Вот этого чмо. Снова. Молодцы, пацаны, блять. Додумались взять таких героев. Супер, супер. А потом пойди своим друзьям в электричке начнут рассказывать. О, да я Enchantress обоссал. У Enchantress не обоссал, а выиграл. Чтобы обоссать, это надо убить пару раз. А меня всего лишь два раза, блять. И то не по Кадели. А кого Enchantress пиздит? Вот я отпищу вот эту хуйню ебаную. Я отпищу Тини. Нет. Все. Я отпищу только одного. Сульта. И то. Неплохой такой у них пик, блядь. Молодцы, красавчики. И знаете что? Даю вот... Не даю, а ставлю 900 миллиардов, что, когда я подойду, вагина попытается ко мне выблинкнуться, смотрите. А, нет. Проебал я. Все, банкрот, банкрот. Вот в будущем от процессу можно забыть. Там. Юнитов не обязательно водить с собой всю жизнь. Но можно. Говорю вам, можно. Там на пуш. Есть козы, которые пушат, есть чены, которые Let's постоянно race. Вон пушат. Им лишь бы пушануть. Коршавель, блять. Вон эти чё? На, блять. Кайт. На, кайт. На, блять. Так, кто там еще? Кто еще? Кайтим, 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 кайтим. А, сейчас я вам покажу, кстати, различие урона. Как же урон различается? Издалека и в упор. Видите? Соточка. В упор 16. МП вообще, блять. Считайте, 55. Всего лишь на 9 у нас копий хватит. Ой, бля, печаль. Фух. Ну ты пиздить-то будешь, нет? Фаса гоним хорошо. Бонусный диапазон 165, это отсюда вот до сюда. Она. Ебенит. Okay. Но когда козой заинтересуются, органы скилловые, блять. Я имею в виду не то, что у них там руки прямые, а скилловые герои, у которых есть ДП жесткий, там прокасты и так далее. Тогда Enchantress просто уходит на нет. И ржет как сука девственная. Сейчас 1000 адены. Хиксу, да. Ну, блядь, много богатых артов, но они дорогие, сука. Хорошие, дорогие, богатые, блядь. Огонь в лучшем случае у меня появится на 30-й. А здесь хиксу неплохо, а хикса вообще у меня появится. Ну, на 30, на 40 где-то, блядь. Уёбище, блядь, ну это вообще нахуй, блядь, чмо-то, блядь. Варден, да, значит? Да хуя вардит? Туда ватну поставить. Уёбище, блять.
Ну вот видите, им саппортят. Каким-то, блядь, истуканом тупым, блядь, саппортят. Ишь, блядь, тварь. Ишь, блядь, тварь. Сейчас. Тут твои все труды, тварь. Блондинистая, блядь. Да? А это как так? Чё, ебанутые, что ли, блядь? Спрэнк? Your middle tower is under attack. Как они меня тогда спалили, окей? Как? Тогда была ночь. Правильно? Вот, снова. Все, пизда. Не поминаем. Уёбки просто охуевшие. Супер-гипер охуевшие. Эй, долбоёб. Эй, тинитюн, блядь. Ебанько. До свидания, ебанько. Тварь. Ёбнутый, блядь. Мы играем против ебанутых, блядь. Все, это почувствовал жилу. Вырыл, так сказать. А он назад мог? Назад мог, блядь? Долбоёб, тебя видно. И будет видно, ебанько. Нахуй отсюда, ебанько, да. Иллюзиями управляет. Иллюзии. Он поди клацает вот так вот. Что за DPI, блядь? Смотрите, какая чувствительность. Блядь, как там без... Пять часот. Ой, я раскрываю топ-геймерские секреты. Ох, боже, господи, нет. Теперь все знают, насколько я DPI играю, нагибаю. О, нет, господи. А некоторые, кстати, засекречивают это. Да. Там всякие эти, блядь, псевдо-дахуи. Топ-геймеры, блядь. Ой, хайд-геймеры, сука. Ладно, шучу, блядь, засекречу, насколько DPI играешь. Блядь, в пятером уже, давайте соберемся и пойдем по миду. Я даже для этого зоопарк свой соберу. А ну-ка, детишки, все в зоопарк. Так, приветствую тебя, тролль, ты теперь в моей команде. Это знаете, чтобы создать более, большую эту обстановку, типа нас дохуя. Ой, жирная, блядь. На. Блядь, тролль, давай, пиздуй. Хилю всех. На, блядь. На, сука. Где там этот мудак? Эй, жирный, блядь. Вот мы пошли, кстати, все. Неплохо так сходили. Размена один в один. Так как нами никто не интересуется, я поэтому пассивку не качаю. А если вдруг, то даже с этой пассивкой замакшенной они нас отхуящат. У них там чисто все ДПСы на скиллы. ДПС скилловый этот тэшками, блядь, и закидает нахуй. Пучхук, жратва убит этот. Нова, еще что-то там, купол. Ну, блинки, пару ударов, ульту, все. Как-то так. Также Энчантрес. Это мразь. Очень часто подыхает от шейкера. Собирает там
Парик жесткий. И Шейкер в это время блинкается. И что происходит? Ой-лю-лю, а-ля-ля. Потом Бонни Чундин, когда играет против вас, вы там мобов понатырили с лесу, собрали, да? А он их поедает по чуть-чуть. Даже знаете, что можно фокусит? Мидас. Боник и Мидас, все. Максимальное количество вы сделаете где-то 4 мобов, как и у Чена. Ну и в сумме у вас останется под конец 2. Это в лучшем случае. А если там все сделают? Вот, думайте. Here I come. Варды понаставил. Ой, все, все. Ну, этот мудак вообще безумец, блядь. Совсем долбоёб. Не чает, что несет, блядь. Эй, дурим, да нахуй. Вот, я светляки успел, но... Он отожранный. Жирный мудак отожран. Соответственно, убивает хуже ротва. А так-то видали, да? Еще чисто один прокаст его пережить. Один укус, сука. Как-то обходит. Ой, фу. Я проебываю пучу, который собрал. Ой, блядь, долбоеб. Да. Такому пушу сейчас напишу. Nimbly I go. Ты пиздец. Hoofing it. Your middle tower is under attack. Так, куплю-ка я сейчас. Я вас ждал, ждал, блядь, вывозить. Или то на бочек, то еще где-то иду. Я пару этих шоу. Эй, бля, побить. Так. Вот Bloodstone, знаете, самый плюс, какой Bloodstone? В том, что когда вы его покупаете, герой ваш респается там считанные секунды. Респ уменьшает Bloodstone. Но для козы его не надо. Вот Хекс охуенный. Аганим фаст. Фаст Аганим. Потом Хекса, Шива. Да, Орчит. Сальный. Фор состав. Все. Да, так спит можно сделать. Ассаут. Ассаут или просто Хуперстоун купить для себя. Лишь бы атак спид был. Мом! Можете сделать, да. Это же штешка, считайте, атак спид наш. От атак спида влияет. Зависит непосредственно. Сколько у вас ударов в секунду, столько и... это, по КД, короче, этих копий. О! Пошли, блядь, Маруси. Кто там? Тупая, блядь. Уебанище. Ну молодец, молодец там, давай. А я выкуплюсь. А я выкуплюсь. Nimbly I go. Пидеры, блядь. На, да. И последняя плюха. Сука. Вон он, варен, блядь. Сука. Эту ульту можно активировать по правому клику мышки, чтобы она по КД. Так что следите. Пойдемте затанчу я. Ну, блять.
Уёбки. Еще и сносить не хотят, господи. Надо вообще пикать героев только после того, как враги сделают пик. Я ебал. Я ебал. Просто Enchantress, понимаете, я не хотел ее сам пикать. Чисто, блядь, нажал там принять эту хуйню. И все, блядь, взяла у меня. На, сука, фу. Фу, блядь. А так-то раскачанный Enchantress наносит с одной хуйни по пол хп. С одного копья пол хп отнимает. Раскачана, хорошенькая такая. Угу, 25%. Во, я уверен, скажете там, типа, нахуя мом? Ну похуй на лайфстил, главное атак спид, как бы, а мом и дает атак спид. Но с момом понижается защита ваша. Okay. Лакомный кусочек, блядь. Что это? А-а-а! Уёбки. Он вытянул иллюзии. Ой, не иллюзию, а этого. Оригинал Фантом Лансера, по-моему. А вот я не помню. А, нет, кстати, знаете что? Морфина она дизейблит. Вот, допустим, Морфин делает иллюзию из кого-нибудь и направляет на вас. Вы цешку в эту хуйню и вроде как по... По сути, вы должны переманить его на свою сторону. Эту иллюзию. Она толстенькая. А может быть еще с Радиком каким-нибудь или еще что-нибудь там. Что вот так. Разносторонний херва. Посмотри, как мы отхилим всех вот этих ублюдков. Смотрите. Все хотят похилиться. О, пидоры. Блять. Можете тиму хиллеров сделать. Enchantress, там Чен, потом Джиггернаут со своим тотемом. Омник Найт и Дазл. Не, можно было убить. Но Свен зассал. У него ж БКБ. С БКБ боятся. Все, все, минус. Да, действительно, такому тине реально не хочется проебывать. Наверное, я сейчас вытащу всех этих днин. Но поначалу надо вот эту хуйню кинуть. Вот эту еще, да, блядь. Расходует коммон. Я все коммон слил. With skipping grace. Играем осторожно. It's a hop, skip and a jump. Из меня вот сейчас хотят сделать, и так уже сделали, типа полусаппорта какого-то. Но когда Enchantress не раскачана, она и идет. Занимает роль суппорта. Я видел, кстати, уёбка. Он там. Он был там. Смотрите, я вот... Видели? Фантом Лансер какой, чмо. Я его не стал добивать, там, преследовать. И он мне в конце дал плюху. Типа, эй, смотри, у меня мало хп было. Пожалел. Не, вообще никого не буду жить. Эй, жирная, блядь. На, туша толстая, нахуй. На, блядь. На. Смотрите, чем он дальше идет, там 108 все время увеличивается. А где ультуй? Ультуй.
Шаха, блять, моя шаха. Ты долбоёб, блять, сам фармишь нахуй. Пидор. Рубик. Я от него вардов не видел. Он вот купил, а один куда-то, блядь, тыкнул, наверное, где-то здесь на базе. Это мой. А вот где тот? А вы нормальный вард. Вон он, блядь, вот он, сука. Смотрите, как... Ух ты, чмо, блядь. На, пидор, блядь, хохловат. А у меня сынок немножко хохловат. Чуть-чуть хохловат. Вот где Аганима генопопы? Нету Аганима генопопы, блядь. Ой, блядь. Эти долбоебы нас могли снести еще вот 10 минут назад. Просто заебало. Заказу все понятно, игра, что там. Идете в леса на первых левелах, там это фармите до 6-го, потом выходите, можете там даже на первых левелах в этот с париком мобов выходить там. Имея кента у себя в стаке и Орсу. Все. Или тролля, который там сетит, въебет. А на блин хера там даже нет смысла, кстати. Выходить, гангатить там что-то. Так как долбоебы блинкаются по КД. Это я вам говорю как знающий. Херо. Топ геймер из World. Вон основной бежит за мной. Бежал. Красавелла. Чучкелла, блядь. Стараска. Закуп один и тот же. Вот их не заебало, блядь. Вот у меня не один и тот же закуп. МБ начальный. Но начальный это ведь не последний. Ладно, все, еще здесь уже на базу можно. Пиздовать. Короче, все, пацаны. Сейчас скажу вам, что надо собирать. Аганим. Все. Ворну даже не прикасайтесь к этой хуйне. Ни о чем не, блять, арт. Вообще, блядь, хуйня. Как-то так. Все, I'll be back, измощатка, блядь, в пизду.